ярко иллюстрированный сборник «Лесные истории» Елены Агинской вошли веселые, короткие сказки для маленьких читателей о лесных жителях. Поучительные истории расскажут детям, как важно дорожить дружбой и всегда поспешить на помощь, если товарищу нужна поддержка. Мама запретила ежонку играть на болоте, а он не послушался, прыгал с кочки на кочку, да и попал в трясину. Хорошо белочка увидела, что ежонок тонет, протянула ему ветку и стала вытаскивать из болота. А сил то у белочки маловато. Заметил это хомячок, бросился помогать белочке а ежонок еще глубже в болоте увяз. На счастье услышал крики о помощи мышонок. Стали они втроем ежонка спасать. Никак не получается. Тут подоспела улитка. Ухватилась мышонку за хвост, поднатужилась, да все без толку. Проходил мимо муравей тоже в стороне от чужой беды не остался. Взялся он за улитку и скомандовал. Раз, два, взяли. Все по команде потянули и вытащили ежика из болота. За рекой рос очень вкусный горох. По ветхому деревянному мостику перешла мышка на другой берег, а мышатам велела ее дома дожидаться. Только наполнила она корзину горохом, как начался ливень, да еще и с градом. Спряталась мышка под листом лопуха, переждала ливень. Подошла она к реке, а мостика нет. Видать, смыла его потоком воды. Заплакала мышка, запричитала. Ой, горе, беда, как же я домой попаду, к моим деточкам? Вдруг услышала несчастная мать голос за спиной. Что за горе у тебя приключилось? Обернулась она и увидела бобра с сыновьями. Рассказала мыша о своей беде. А бобр велел ей пять минут подождать. Взялись дружно бобры за работу. Подпилили дерево на берегу. Оно рухнуло и соединило два берега. Вот тебе, мышка, новый мост. Принимай работу. Поблагодарила мышка помощников и побежала скорее домой. Мышат вкусным горохом кормить. В дупле толстого дерева устроила себе Белочка просторное жилище. Вот появится Бельчата, размечталась она, здесь на всех местах хватит. А в это время объявилась в лесу куница-озорница. Сначала разорила она тетеревинное гнездо, а потом и Белочку из дома выгнала. Плачут горькими слезами Тетерев и Белочка не знают, как куницу прогнать. Решили они пожаловаться сове и рыси, злейшим врагам своей обидчицы. Посовещали звери и птицы и придумали одну хитрость. Когда куница спала в дупле, на ветку дерева села сова и начала дуплом восхищаться. А тут, как бы невзначай, рысь мимо пробегала. «Эй, сова, я первое дупло заметила, оно мое. Нет, мое, возмутилась сова, я здесь жить буду. Куница в дупле притаилась, чуть не плачет от того, что сама себя в западню загнала. А сова и рысь еще громче заспорили. Наконец решили они для вида состязания устроить. Кто быстрее, до самой высокой ели доберется, того и дупло будет. Белочка и тетерев тем временем в кустах прятались, наблюдали. Только рысь и сова с глаз скрылись, выскочила куница из дупла, как ошпаренная. Белочка вернулась в свое просторное жилище, тетерев свил новое гнездо. Куница больше в этих местах не появлялась, и началась в лесу тихая, спокойная жизнь, лучше прежней.